Друзья, я вас приветствую на своем канале. Внезапно наступила весна у нас. Ну как весна? Еще пока холодно, но уже, смотрите, верба распустилась. Сейчас покажу. Ну и поэтому я решил покататься. В лес далеко не уедешь. Это мы сейчас находимся в городской черте. А вообще в лес далеко не уедешь, потому что кругом снег и глубокий. А в городской черте немножко оттаяло. Вот от этой пыли, которая наносилась с дороги, снег стаял. Но мы сейчас поедем дальше. У меня сейчас одна дорога просто на мост. Хотел бы съездить на мост. Там уже вроде как положили две секции. И поэтому поедем вместе с вами на мост и посмотрим, полетаем вокруг моста. Постараюсь снять видео 360 вокруг моста. Как-то так, поехали. Вот, смотрите, у нас верба. Ну, она первая, самая первая, конечно. Это она. Скоро пойдут подснежники. Я думаю. Смотрите, вот этот лесок вдалеке. Здесь раньше стояла церковь. Это место называется Качай. Место Кочай. Одноименное по озеру. Сегодня будет, конечно, маленькое путешествие, потому что погода, конечно, холодная. И проехать, не везде удается. Вот такого рода препятствия везде встречаются, так что в лес далеко не уедешь. Поляны оттаяли, но это только возле дороги. Если небольшое отклонение в лес, то там снег и... И там реально не проедешь. Так что будем ехать только к мосту с небольшими отворотами и с небольшой экскурсией, так сказать. Покажу вам, какие деревушки встречаются по дороге от Нюрбы до Жархана, до реки Марха, где сейчас находится мост. Вот этот крест, здесь стояла церковь. Вот получается, это основание этой церкви. Ее разобрали, к сожалению, и сделали из нее, по-моему, что-то там, дом для сирот. Но у меня это все есть в ролике. Три церкви Нюрбинского улуса. Так что вам рекомендую посмотреть. Так. Блин. Так что, видите, как я вам сказал, что в лес не заедешь еще пока. Ну что, буду вытаскивать. В лес еще пока не поедешь. Только возле дороги растаяло.
Ну да и то я доволен. Как-никак открываю сезон 19-й. Я бы не сказал, конечно, что я первый. Я уже видел мотоциклистов, ездил. О, а это чибисы. И чибисы уже прилетели. Класс. Раньше стояла деревня, здоровая такая деревня, и она называлась Александровка с 1848 по 1958. Вот здесь она стояла, потом в советское время здесь делали поля, а вот эта вот низменность, вот сейчас вот где белое все. Это было озеро Качай. В советские годы его спустили. Кстати, этот человек, который спустил это озеро, сошел с ума, говорят, наказал дух. И вот смотрите, здесь можно найти старинные артефакты. Вот это вот плита от печки. Видите, кирпич, плита от печки, кирпич, это здесь стояла печка. И далее, это все дело здесь нагребали. Вот здесь, видите, вот, допустим, это свернули целый дом, старинный дом, где-то это все дело было в 60-х, наверное, как его свернули. У нас не портится в основном, ну, как сказать, у нас дерево не портится, так что вот так. Здесь можно что-нибудь такое интересное найти. Так что так, поехали дальше. Сосет. Лошади действительно полудикие, потому что у них есть клейма, но хозяин у них так гипотетически только существует. За этими табунами, конечно, следят, но сейчас есть случаи такие нехорошие. Весьма возможно, что ну вот из этого табуна небольшого может их увеличиться, весьма возможно, что может быть и не. Смотрите, это наши полудикие лошади. А вот уже первое потомство у них. А вон мужики куюрят. Сейчас мы к ним подъедем. Thank you.
Привет! Что-то получается, нет? Прилетел. Но это говорит о том, что весна наступила. Это говорит о том, что наступила самая настоящая весна. Смотрите, уже в каждом стадии есть жеребенок. В каждом. Прикольно. Друзья, я проехал уже половину пути. 25 километров от Нюрбы расположилась вот такая вот уютненькая деревушка под названием Чипанда. У нас ее ласково называют Чикаго. Ну, я, конечно, в комментариях, и вы все в комментариях узнаете, потому что сейчас местные по-любому ответят, почему их называют Чикаго. Но эта деревенька, вы знаете, она когда, даже скажем так, когда здесь будет буйство красок, ну, не вот эта вот тоскливая, унылая история, а именно, когда будет лето, я вам расскажу. Здесь жил человек, меценат, которого знали во всем мире. Я обязательно вам расскажу про него, это отдельная вообще история. Ну и так, конечно, эта деревушка и принимала из ссыльных. Кстати, вы видите сейчас вот с высоты птичьего полета, что все-таки зима еще нас не отпустила, то есть если уйти немножко в сторону от дороги, то там будет снег и так далее. Ну и действительно никуда не проедешь, ничего не сделаешь. Вот, и здесь еще есть такая церковь очень старинная, деревянное зодчество, и больше 100 лет. Вот, смотрите, по одну сторону у нас, по правую, это клуб, культурный центр, а вот по левую церковь. Итак, мы подъехали к мосту. Сейчас я проеду до конца. Вы все увидите, как это все дело выглядит. А потом в конце, конечно, пролечу над этими конструкциями и попробую пролететь в 360, если получится. Но если не получится, это будет следующим роликом. Так что, поехали.
Заблудившийся. Да не, я это. Я на съемку дроном. А? Моста, что ли? Да, да. Так можно проехать через этот мостик? Да. Да, баба. Если обойдешь вот эти блоки, ну я думаю, ты обведешь его, нормально. Да? Попробуй. Ставлю возле студентки. Друзья, и вот цель моего путешествия – это мост через реку Марха. Вы знаете, в него, в этот мост, вложили уникальные решения технические. Он строится по первый раз по экспериментальной технологии, именно такой мост. Рассказала мне команда. Команда очень опытная. Вот строители, ребята, они уже строили даже в Арктике. Вы представляете? Мост собирается по секциям, и к секциям прикрепляется вот эта лыжа. И когда мост, к мосту прибавляется секция за секцией, его начинают потихоньку толкать, и он вот этой лыжей, как сказать, заезжает на следующие опоры моста. Так что, конечно, технические решения очень интересные, но есть нюансы в технологии, которые, конечно, уникальны. Друзья, у нас получается во всем нашем Нюрбинском районе всего 25 тысяч человек. И после окончания строительства этого моста подешевеют, я верю в это свято, что подешевеют продукты первой необходимости. Так что мы очень и очень ждем окончания строительства. Вот так, друзья. Здесь наше путешествие заканчивается. А я собираюсь. Немного надо собрать. Я собираюсь и еду домой. Дорогие друзья,
как покатался. Погодка у нас никак все еще не наладится. Снежок. Но все же, я желаю вам удачи. Желаю вам крепкого здоровья. До скорых встреч.